Это японец здесь вот на юге Винницкой области, там до границы, там, не знаю, 10 или 20 километров, и все равно вы о чем-то мечтаете, собираетесь двигаться дальше, у вас целый букет детей, жена японка, о чем мечтает винницкий, подольский японец? Найти еще одно райское место где-то на этой земле? Наверное, нет. Наверное, чтобы не было войны. Вот так. Хотя она уже идет. Но я имею в виду не конфликт на востоке Украины, а такое нечто более глобальное. Нечто более глобальное. То есть как бы как-то так, чтобы не было войны. Войны в головах, даже в технологиях, не знаю, в мышлении. Война в головах – это джихад. Она должна вестись самим собой. То есть истинное значение слова джихад, которое вот сейчас приписывают там радикальным мусульманам, что вот они вот ведут джихад, они там убивают православных. На самом деле нет. Джихад – это война с самим собой. То есть война, вот, которая в головах, чтобы найти себя, найти свой путь, найти правильный путь, при этом не вредя другим людям, то есть не строя свой мир, свой мирок, за счет других людей, за счет жизни других людей.